Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой коротенький выпуск. Поговорим мы вот о чем. О фитнесе поговорим. Я давно хотел начать озвучивать. Дело в том, что я всю свою жизнь занимаюсь таким вот фитнесом лайтовым. Немножечко я пробовал выступать и в бодибилдинге, и в пауэрлифтинге. Но больше, конечно, времени посвятил такому натуральному тренингу. Изучению различных, соответственно, способов, как это сделать, с одной стороны, максимально эффективно, с другой стороны, не прибегая к экзогенному конкретно тестостерону. И дело в том, что, несмотря на то, что мы говорим, что тренинг натуральный, это, соответственно, не исключает того, что мы должны постоянно поддерживать наше тело в норме, да, наше тело поддерживать здоровым, бороться с инсулинорезистентностью, знать, есть ли проблемы у нас с щитовидной железой. Если вы идете в спортзал, вы должны в первую очередь знать, есть ли у вас проблемы, допустим, с эстрадиолом или тестостероном, это даже девочек касается, и с кортизолом. И если у вас нет информации о ваших гормонах, каким бы образом вы не качали свой бицепс, какие бы шикарные методики тренировок не использовали, то, соответственно, вы не будете максимально прогрессировать. То есть, или вообще, как правило, не будете прогрессировать. Как правило, вы не можете даже похудеть, если у вас высокий уровень индекса HOMA-IR. Поэтому, дорогие друзья, перед тем, как посещать зал и спорить с другом о том, чем же эффективнее качать бицушку гантельками или штангой, и заниматься прочим бредом, а я вам скажу, как человек, я очень долгое время уже в фитнесе, фактически я с детства не безостановочно занимался разными там секциями и прочим, и, наверное, вот с лет 20 уже плотником занимался только этим направлением, когда еще качалка-то особо мейнстримом и не была, это лет 12 уже назад, да. И, соответственно, что я вам могу сказать? Понимаете, очень вторично, какие конкретно упражнения вы будете использовать. Это очень вторично. Первично, да, техника выполнения этих упражнений, чтобы она была правильна, в первую очередь, чтобы она не разрушала ваши суставы. И первично это состояние вашего гомеостаза, потому что если вы даже самое какое-то лучшее, там, базовое, изолирующее, неважно, кому как нравится, будете делать упражнения, но у вас низкий тестостерон, ни хрена у вас расти ничего не будет. И ни один специалист, ни один просто не подтвердит того, что можно прогрессировать на низком тестостероне. Но помимо тестостерона, что у нас должно быть в норме? Конечно же, эстрогены, там, пролактин, эстрадиол, конечно же, должен быть в норме инсулин и глюкоза. Инсулин – это вообще многие тренера забывают о том, что инсулин – это основной гормон, который руководит гликолизом. Если у вас что-то даже в пределах референса не так с инсулином или метаболический синдром, там инсулин просел, то о каком прогрессе может идти речь, дорогие друзья? Просто о каких упражнениях тогда мы с вами можем разговаривать? И вообще, нужны ли они там организмы так, живут? Причем самое забавное, что в большинстве случаев эти погрешности, они небольшие, исправляются за пару месяцев. И человек исправляет погрешности, набирает там лишних 7 там, килограмм мышечной массы. Просто это его, возможно, генетически заданная ему масса просто не позволяла, его генетика полностью не реализовывалась, потому что не позволяли гормоны, да, нарушения гормональные. Или человек худеет, наоборот, на 10 килограммов, да, то, соответственно, все вот эти вот моменты нужно, соответственно, контролировать и проверять и еще раз проверять, чтобы, соответственно, у нас не было такого, что вы качались 2 года, использовали чудо-упражнения, смотрели там какого-то, я не знаю, там супер-тренера 587, а ничего у вас так и не накачалось, кроме грыжи.
Поэтому еще раз повторюсь. Сначала вы сдаете пролактин, эстрадиол, лютонизирующий, фолликулостимулирующий гормон, Т3, Т4 свободные, ТТГ, кортизол в слюне сдаете, как минимум 3 пробы утром, 3 пробы вечером. Потом сдаете, соответственно, индекс HOMA-IR, и вот с этим всем идете к врачу, один раз проверяйтесь, если все классно, значит все, ищите чудо упражнения, продолжайте искать. Если все не классно, то пролечивайтесь, лайтово занимайтесь как-то щадящими нагрузками. Пролечивайте это пару месяцев и в бой к, так скажем, статуэтке, как его там, Сандрова, да, статуэтку дают на Олимпии, вот к ней. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, друзья.